Дорожно-транспортные происшествия на городских магистралях – явление нередкое, и травмы в них чаще всего получают именно дети. Сотрудники госавтоинспекции постоянно напоминают водителям о соблюдении правил дорожного движения и регулярно проводят профилактические рейды. Очередная акция «Автокресло детям» прошла в Ульяновске накануне. Вместе с общественниками в рейд отправилась и наша съемочная группа. Всегда в кресле ездишь? Да? Тебе удобно в кресле сидеть? Самые уязвимые участники дорожного движения – юные пассажиры. Находясь в автомобиле, безопасность ребенка целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Напомнить водителям о важности использования детских защитных кресел решили и общественники. Наша с вами безопасность, тем более наших детей – это самое главное, что у нас есть. Наши дети, наше будущее, пусть они будут свободными, безопасными, защищенными всегда и везде. В сезон летних отпусков и детских каникул сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание не только профилактической работе с юными участниками дорожного движения, но и с их родителями. Дети у меня такие, они дисциплинированные, и они бы никогда нам не дали без кресла ребенка где-то куда-то на прогулочку. Это уже обязательно, и это должна быть норма для всех. Все должны соблюдать это правило. Всего с начала года в регионе произошло свыше 20 ДТП с участием детей-пассажиров. Один несовершеннолетний пассажир погиб, и 34 получили травмы различной степени тяжести. За этот же период сотрудниками госавтоинспекции выявлено свыше 500 нарушений правил перевозки несовершеннолетних в салоне автомобиля. И если аварию не всегда удается избежать, то обезопасить маленького пассажира можно. Перевозка детей до 11 лет включительно возможно лишь с использованием детских удерживающих кресел и ремней безопасности. Автокресло в машине – это очень важная часть выполнения родительского долга. И думаю, что если родитель надлежаще исполняет свои родительские обязанности, то он и автокресло в машине будет иметь всегда. Поэтому призываю всех родителей иметь в машине автокресло. Подобные профилактические акции, заверили дорожные полицейские, будут проводиться в каждом районе Ульяновска. Ирина Шмыгова, Вести, Ульяновск.